Мы находимся на одном из пляжей Каховского водохранилища. Это южное побережье реки Днепр, южная территория национального парка Великий Луг. И весь берег национального парка здесь можно назвать археологическим памятником. Это памятник археологии, прежде всего, культур палеолита. Вот буквально за 5 минут прогулки по пляжу мы обнаружили прекрасный наконечник культуры гравет. Это наконечник дротика. Это еще до изобретения лука и стрел изготавливали такие орудия. И в прекрасном состоянии рубила, которое использовалось, возможно, для обработки дерева или для других каких-то хозяйственных нужд.